Принимать ли оплату биткоинами решает интернет-аукцион eBay. Вице-президент компании Скотт Катлер сказал: «Это тенденция, о которой все говорят. Однако мы не принимаем биткоин как форму платежа». И подчеркнул: «Пока не принимаем». eBay уже давно является популярным рынком оборудования для майнинга. На сайте доступны коллекционные монеты, биткоин, тематические футболки и сотни других предметов с биткоином связанных, оплатить которые биткоином нельзя. Интернет-гигант всерьез задумался о внедрении формы оплаты криптовалютами, но в предновогодние подарочные дни акцент в работе смещен на скорость доставки розничных заказов.